Сегодня у меня на обзоре секретный волчок Токаратоми, рандом бустер. Я не знаю, что там внутри. Давайте быстрее его откроем и посмотрим, что мне там выпадет. Всем привет, это Закупыч. И сегодня мы посмотрим на рандом бустер. Неизвестно, только у Токаратоми есть такие, знаете, штуки, которые стоят дешевле. Но здесь может выпасть даже супердорогой волчок. Неизвестно, что там внутри. Токаратоми, все дела. И предоставил мне этот волчок на обзор магазин parallel-ok.ru. Это самый лучший магазин, где можно купить оригинальные волчки Токаратоми. По промокоду VALTREK вы получаете 10% скидку. Игрушки от 3 до 17 лет. Вот их сайт. Номера телефонов можете позвонить, узнать о наличии любого волчка, любой арены, любого аксессуара. И ссылочка на них будет в описании. Так что покупать на магазине parallel-ok. То есть parallel-ok. Ну, короче, вы поняли меня. Короче, ссылка в описании. Да. Вот, а мы с вами открываем рандом бустер. Интересно, что же там выпадет. Делайте ваши ставки в комментариях. И вообще, вот из этих волчков, какой бы вы себе хотели? Я даже не знаю, какой бы я себе хотел. Наверное, если хотел бы вот этот. Вот этот я бы себе хотел. Так, а тут сзади написаны все волчки. Ну, тут по-японски, тут ничего не понятно. Я вообще не шарю. Так. По наклейкам, наверное, там можно понять, что за волчок. Вроде фиолетовые какие-то штуки. Ой, как он там приклеен, его просто невозможно вытащить. Так. Давай, отлипай. Раз, два, три. Это рандом бустер гачи GT. У меня таких рандом бустеров, по-моему, еще не было. Гачинок. Или были, что-то я не помню. Ой. В общем, тут вот такая наклеечка. Видите, вот такие. Это кто такой? Кто-то может быть. Давайте начнем с малого открывать. Сейчас проверим, какой драйвер. У меня уже драйвер обычный есть. О, такого драйвера у меня оригинального еще никогда не было. Посмотрите, какой это типа... От чего это драйвер? Он может менять режимы, да? Он может быть типа... Типа слингшок сейчас у него включен. Ну вот, в общем, вот эта атака, видите, более такая маленькая. Вот это, наверное, выносливость, да? Или это баланс? В общем, тут два режима у драйвера. Проверим его на всех режимах. Так, поставлю пока на атаку, давайте поставлю. Так, тут у нас что, рама. Давайте открывать раму. Мама мыла раму. А, кстати, не забудьте подписаться, нажать колокольчик, если вы любите Beyblade, самые топовые обзоры у меня. Так, это что такое? Ого! Это там что, либо пегас какой-нибудь будет внутри. Смотрите, какая рама. У меня таких рам вообще никогда не было. Рама, на ней написано 3 или Z. Так, это крышка. Ага, металлический диск. Хотелось бы себе нолик. Нолик самый топовый. Какой топовый еще диск? Нолик, десяточка. Так, здесь 12. О, металлический диск 12. Вот такой красивущий. Так, и вот он. Сам драйвер. Ой, как его запечатали. Миллион раз перепечатали. Я надеюсь, его не открывали в магазине. Так. Что-то тут слишком много всего. Ага. Ага. Так, все. Что тут внутри? А, это, как его зовут? Лонгинус вот этот фиолетовый, да? Это он? Да, это вот этот фиолетовый Лонгинус. Слушайте. У меня подделка есть такая, а оригинала такого не было. Посмотрите, какой красивый Лонгинус. Его можно разобрать. Ну, я, наверное, разбирать его не буду, не вижу смысла. Он и так красавчик. У него вот эти штучки двигаются. Все мне иногда пишут, типа, это саламандра, это саламандра. Какая саламандра? Вы видите два волка или два дракона? Это Лонгинус. Так, получается, на металлический диск нужно одеть вот эту штуку. Чик. Ой, как хорошо защелкивается. Слушайте, у подделок прям постоянно проблемы с этим. И куда он будет? Влево крутиться? Да, он крутится влево. Блин, как я ненавижу левосторонние волчки, вы бы знали. Да, все, я его, хоп, закрыл. Так, и режимы меняем. Ну все, сейчас будем его тестировать. А, ну и, конечно, комплектацию надо тоже вам показать.
QR-кодик Takara Tomy, можете отсканировать, что-то там почитать на сайте. Также вот такие красивые наклеечки оригинальные, вот так они должны выглядеть. И инструкция, бумажка со всеми волчками, которые могут выпасть. А, вот они, видите, все 8 штук. Ну, мой не самый плохой, я рад, что это не Пегас, я Пегас я не хотел бы. Ой, и тут даже есть комбинации, видите, как их можно, комбинировать. Жалко, только накладочки на Бэйлогер нету. Нету же? Нету? Не, в рандом бустере, походу, нету накладок на Бэйлогеры. Эх, печаль. Я бы хотел бы себе. Я тут подумал, что мы с вами давно не играли на арене Hasbro на красной, поэтому и выберу именно сегодня ее. На ней мы сегодня будем играть. И против нашего волчка новенького у нас будет чемодан, распаковку которого вы уже видели на канале, там очень популярное видео, поэтому сравним с самыми лучшими волчками 2020 года по версии закупыча ASB. И здесь у нас есть как раз таки SB, такой же Longinus. Давайте с него и начнем. Как вы думаете, какой Longinus окажется сильнее? Вот, к примеру, сравнение. Вот, видите, Takara Tomy более яркий, здесь более тусклые цвета у SB. Ну и, конечно же, драйвер здесь обычный, диск не такой. Ну, вообще, все не такое. То есть, у SB вообще комплектация другая. Ну, давайте тестировать. SB. Takara Tomy. И Takara Tomy вылетает с ринга. СБ, Takara Tomy. Слишком сумасшедший он на этом драйвере. Просто невозможно с ним играть на этой арене. Давайте я переставлю режим. Переставляем режим на О. А, это что это? Это была наоборот выносливость. А сейчас ставлю атаку. Ой, интересно, что будет на атаке. Это, наверное, будет вообще сумасшедший дом. СБ. Takara Tomy. А, слушайте, не. Я был не прав, оказывается, вот эта тонкая пипка наоборот-то выносливая. Смотрите, он более спокойный. Так, а кто сейчас победил? Опять, короче, смотрите, Takara Tomy полностью сливает СБ. То есть СБ оказывается сильнее. Интересно, неожиданно для меня. Давайте-ка сравним против Ахиллеса. Так. Ахиллес против Takara Tomy. Что, будет он постоянно вылетать? Не, смотрите, тут он держится уже лучше. Получается более надежный режим для такой арены с ловушками. Смотрите, Ахиллес выигрывает. Ха, ничего себе. Более надежный режим для ловушек, вот этот, видите, где пипка торчит. На таком режиме играем. Балкиш Бахамут, или как его там? Короче, против него. Давайте-ка проверим. Тоже левосторонний волчок. И Takara Tomy. Так, ну здесь они уже более такие держатся в центре. Здесь они ведут себя хорошо. Послушные волчочки. Мы будем делать битву. И смотрите-ка. Все равно он проигрывает. Какой слабый волчок у Takara Tomy. Я не ожидал такого. Это просто позор. Давайте-ка сравним против Гидры. Как себя Гидра покажет. Гидра против Longinus'а. Takara Tomy. И самое главное, смотрите, я запускаю его вторым, и он все равно сливает. То есть у него должна быть фора, по идее. Все-таки я новых волчков всегда запускаю вторыми. Если он сильный, то он сильный. Если слабый, то слабый, ничего с ним не сделать. И все равно проигрывает. Даже Гидре проиграл. Жесть какая. Давайте попробуем против Джокера. Джокер против Takara Tomy. Воу. Как они раскидываются. Воу. Не, ну тут он побеждает, смотрите. Джокера он выбрасывает с ринга. Здесь он красавчик. Но тут, я думаю, у него нет шансов. Погремушка очень сильный волчок. Так. Погремушечка моя. Погремушечка. Я думаю, погремушка победит. Это один из сильнейших волчков, которые можно найти в чемодане. Если это видео соберет 1000 лайков,
То, знаете, что мы сделаем? Мы сравним всех Лонгинусов с ним. То есть самый сильный Лонгинус устроим битву, в котором будет вот этот волчок Такаратоми. Ну, почти что ничья, но все-таки погремушка на полоборота был дольше, по-моему. А возможно, ему надо было разыграться просто, может, он сейчас лучше будет играть? Не знаю. Сборочка на Диаблосе, вот, тоже с таким драйвером странным. Ну, давайте посмотрим. Диаблос! Лонгинус! Так, Диаблос прошел... Воу, что он вытворяет, смотрите. Но Диаблос здесь очень слабый в этом наборе. И он все равно на полоборота его обыгрывает. Это какая-то вообще... Что творит Лонгинус? Что за... Вообще фу-фу-фу. Не советую такой волчок, все, не советую. Если будете брать, как бы в рандом бустере, если выпадет для коллекции, как бы ладно, это прикольно. Но если покупать отдельно, не советую. О, вот он тоже, один из сильнейших волчков. Зеленый красавчик против Лонгинуса. Так. И что же мы видим? Что же мы видим? То, что он получает люлей. Хорошенечко получает люлей. Походу он проигрывает, что-то мне кажется. Хотя он крутится влево, тот должен его раз... Нет, видите, он вообще силу не забирает. Из правостороннего волчка он силу вообще не забирает. Так, это у нас кто? Это у нас Шторм. Или как его? Не Прайм Апокалипсис. Очень неважно. Короче, Ведьмак белобрысый против Лонгинуса. У кого? А, Регалия Генезис, ой. Посмотрим, получится. Ой, как он движется, слушается на этой арене. Я как раз эти волчки не тестировал на этой арене, вот этот чемодан. Я тестировал его на большой арене. Поэтому мне интересно еще посмотреть, как этот как эти волчки из чемодана ведут себя. Отлично себя ведет он здесь, смотрите, прям красавчик. Завоевал центр ринга, выиграл без вопросов. Так, а наш Лонгинус так и продолжает сдуваться. Лорд Спрайзен, он взорвался у меня в тесте, то есть он был такой слабенький. Ага, он просто вылетает здесь, я даже не успел запустить. Так, что, может, драйвер тебе? Давайте драйвер я пониже сделаю. То есть вот оп, накрутил, чик. Так, все, пониже сделал, чик. Лорд! Нет, просто невыносимо. Он крутится и постоянно вылетает. Так что я его запущу вторым. О, он еще раскручивается, постоянно поднимается вверх. Ой, как меня бесит этот драйвер ахиллесный. Ахиллесенный драйвер меня бесит, прям пипец. Так, поставлю тебе тут. Давай. Лонгинус против ахиллесен. Да что ж такое? Ну давай, еще разок. Давай, мы ж успеем. Я его слабенько запустил. Просто... Про что я и говорил. Отвратительный волчок. УСБ, вот эта сборка отвратительная. Сюда нужен диск 0. Потом этот самый драйвер, какой-нибудь бурст, там, бёрст какой-нибудь. И будет офигенно. А так, вот если по умолчанию, сборка оригинальная фигня. Лонгинус выходит. Но сейчас будет мясо, мне кажется, он его сейчас разорвет. Вот Лонгинус оригинальный белый. Лонгинус против Лонгинус. Ай-яй-яй. Не получилось. Он постоянно соскакивает с пускалки, еще меня бесит. С вот этой. Лонгинус. Ну смотрите-ка, тут он его победил. Из-за ускорения такого сумасшедшего. Может, надо послабее запускать? Что с ними происходит? Это просто жесть какая-то. Странно. Здесь он побеждает Лонгинуса. Хотя этот Лонгинус у меня на большой арене победил всех. А тут он проиграл волчку, который всем проиграл. Странно. В общем, здесь на такой арене вот этот волчок вообще не советую. Видите, он слишком бешеный и постоянно улетает. А у нас остается последний претендент на победу над ним. Но его уже все победили практически. И это у нас Апокалипсис. О, обожаю этот волчок. Мне он очень нравится внешне. И так он не особо слабенький, он такой нормальный.
Ну, по идее, он сильнее регалия Генезиса. Да что ж такое? Я, смотрите, я сейчас замешкался, очень долго запускал. И по идее, у Лонгинуса должно быть преимущество. Но, судя по всему, преимущества у него нету. Да, он все равно проигрывает, хоть я его и намного позже запустил. Ну, смотрите, отвратительный волчок, минусы его. Плохо держится на пускалке, раз. На Hasbro вообще отвратительно держится. На SB пускалках так себе держится. Тем более, это специальная пускалка для левосторонних волчков. Она очень крепко обычно держит левосторонние волчки. Проигрывает всем практически. Режимы эти... Вот этот вообще сумасшедший. Это, я не знаю, только на прямых аренах с ними играть. С ловушками вообще невозможно. Вот так еще более-менее. В общем, чисто волчок для коллекции. Если бы его отдельно покупать, я не советую. Но в рандом бустере, как бы, почему и нет. Ссылочки на магазин в описании. Выберите себе там отличный волчок. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч. Всем пока. La lealtad es algo que ella no aprecia, no le interesa nada de nada.